Повсеместно бушующая пандемия вируса COVID-19 уже далеко не за горами. Признаки симптомов болезни очень схожи с ОРВИ, и граждане при первых симптомах болезни начинают паниковать, что заразились коронавирусом, и направляются в медицинские центры для сдачи анализов. Большинство медицинских центров, наделенные правом проведения экспресс-тестов, находятся в жилых микрорайонах и в местах высокой концентрации пребывания людей, что вызывает возмущение проживающих рядом граждан. Концентрацию потенциально зараженных людей и создает риск заражения других людей. Решение для сложившейся ситуации существует. Мобильные медицинские трейлеры «Медтрак» могут быть установлены в местах, изолированных от существующего трафика людей. Таковыми зонами в период карантина являются, например, городские парки и скверы. В отличие от автомобильных медицинских карет, трейлеры не требуют присутствия на месте водителей, не задействуют дорогие ресурсы и могут быть установлены в местах, изолированных от общества.